Приветствую вас, друзья. Сегодня продолжение первичных чувств. И первичное чувство – грусть. Грусть – это чувство потери или недостаточности чего-то. И стимул психики к организму человека восполнить эту потерю или недостаточность. Очень часто бывает грусть после разрыва отношений. Когда человек был в каких-то отношениях, и по какой-то причине отношения перестали иметь место быть, человеку становится грустно и хочется восполнить. Именно по этой же причине очень часто, особенно девушки, стремятся восполнить те же отношения, которые и были, хоть какие-то кривые, косые, но хоть какие-то.